А вот эта группа так прямо и называется – Академия волшебников. Прибыли наши академики из Нижнего Тагила и зовут волшебников – Яна, Полина, Маша, Илья и Женя. Несмотря на то, что они играют в пиратов, на самом деле это простые и веселые ребята. А поскольку они одновременно и академики, и волшебники, то могут творить настоящие чудеса. Что сейчас обязательно сделают? Академия волшебников номер 10. Телеканала «Россия». Национальный отборочный конкурс исполнителей детской песни «Евровидение-2011».